OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Нет. Когда вот это говорит Мильман... Бучевская инстинктивная ненависть животных, которые не люди, а животные, с совершенно нездоровыми, психопатическими... Но это же нацист! Вот так же говорили немецкие нацисты о евреях. Они звери, они животные. И вот здесь Мильман смыкается с украинским подонком и преступником, Яценюхом, бывшим премьер-министром Украины, который заявлял, что на Донбассе они воюют с subhumans, с подонком Зеленским, с нацистом, который говорил, ну вы же не считаете их людьми, они же не люди. А вот мы считаем людьми. И детей Палестины, и детей Израиля, и женщин, и стариков, и невинных жителей, не в зависимости от их расы, национальности, мы их отличаем, мирных от немирных. У американцев есть свои контраргументы, к сожалению, они у них имеются. Масштабная трагедия, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, стала прямым результатом провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Американцы при поддержке их европейских сателлитов пытались монополизировать ближневосточное урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон. И уж точно никогда не учитывали коренных интересов палестинского народа. Однобокая линия американцев на протяжении многих лет заводила ситуацию все дальше в тупик. Ближневосточный квартет международных посредников не использовался. Под надуманными предлогами США заблокировали фактически этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН. В общем, была предпринята попытка с помощью определенных мер экономического стимулирования решить политическую проблему, глубинную проблему, а именно создание независимого палестинского государства. И все это постепенно, наряду с поселенческой деятельностью, все привело к сегодняшней трагедии. Сейчас мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе, но мы с вами так понимаем, как это... Совсем уже, если сказать так, полупрофессионально, на использование тяжелой техники в жилых районах, это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. А без техники, это значит, в тех же самых жилых застройках там, проводить эти операции еще сложнее. Ну и самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы. Там же почти 2 миллиона человек живет. Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие. Хотел бы подчеркнуть, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ООНовской формулы двух государств, предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующим в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно, мы тоже видим же это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке. И, конечно, имеет право на защиту, на то, чтобы обеспечить свое мирное существование, нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами.
В секторе Газа спираль насилия только возрастает. Дальше, кажется, будет только хуже. Израиль дал ровно сутки на эвакуацию жителей сектора Газа на юг анклава. Ультиматум истекает сегодня ночью. По плану Тель-Авива, до начала ковровых бомбардировок сектор Газа должен покинуть, внимание, 1 200 000 человек. Ровно за 24 часа, то есть 50 тысяч человек в час, 850 человек в минуту. Даже Боррель назвал это нереальным. Спасаться бегством при этом нужно под авиаударами. То есть требования больше похожи на зверство. В том смысле, что мирные жители до сих пор не могут выехать в Египет. КПП на границе фактически не работает. Также в заблокированный сектор Газа, где люди сидят без электричества, без воды, пока что не могут провести гуманитарные грузы. В ООН призывы израильской армии осудили. Израиль назвал такую реакцию постыдной и заявил, что страна имеет право на самооборону в своем понимании этого слова. На этих кадрах команды ВВС Израиля готовят новые боеприпасы для ударов по сектору Газа. А это кадры прилетов этих самых бомб по анклаву. Ночью Цахал нанес удары еще по 750 объектам, в их числе 12 многоэтажных зданий, якобы используемых ХАМАС в качестве военных объектов. Ну, куда деваться? Время такое. Шеф нашего Ближневосточного бюро Сергей Пашков на прямой связи из Израиля. Здравствуйте, Сергей. Итак, 14 часов назад Минобороны Израиля и Цахал уведомили в том числе ООН о том, что необходима эвакуация гражданских из сектора Газа. Дали на это 24 часа, то есть примерно через 10 часов что-то начнется, наземная операция? Здравствуйте, Евгений. Да, действительно, дали 24 часа, и утром субботы это время должно истечь. Но начнется ли наземная операция – вопрос. Во всяком случае, израильская разведка сообщила, что она пытается заставить население города Газа и северных районов, а это примерно 1 200 000 человек, уехать или уйти на юг палестинского анклава, поскольку будет наносить удары по городу Газа, где, как считает израильская разведка, под землей построены специальные укрепления, тоннели, склады оружия и специальные закрытые защищенные штабы военного руководства ХАМАС. Именно эта операция должна начаться, видимо, завтра утром. Она потребует использования большого количества тяжелых бомб, и они будут сбрасываться на территорию города с целью уничтожить оперативные тоннели. Почему боятся оперативных тоннелей? Потому что это те как раз артерии, через которые боевики могут перемещаться в различные районы города Газа, когда туда войдут. И если туда войдут израильские военные и атаковать их с различных сторон. Поэтому начинается вот эта операция. Долго ли она продлится? Вероятно, что она может занять и несколько дней. Во всяком случае, то, что сюда приехало большое количество представителей Европейского Союза, представителей американского военно-политического истеблишмента, говорит о том, что, наверное, вот в ближайшие часы наземная операция не начнется. Как правило, во время присутствия таких серьезных международных делегаций стороны стараются воздержаться от нанесения таких мощных ударов. Но завтра утром, ждем завтрашнего утра, вероятно, мы узнаем об усилении бомбардировок в секторе Газа, и население которого, кстати говоря, сегодня оповещалось израильскими военными через СМС, через листовки, через другие средства донесения информации на арабском и английском языках. Вопрос, сумеют ли жители Газа уйти на юг, где они там сумеют разместиться, какие лагеря безопасные для мирных жителей можно построить, остается открытым. Будет ли создан коридор, гуманитарный коридор, это тоже еще только обсуждается, то есть часы идут, а коридора пока нет. Сейчас Египет пытается собрать срочный саммит по палестинским беженцам из Газа на территории Египта. Туда приглашена Иордания, приглашены представители других стран, потому что этой арабской стране совершенно не хочется в одиночку принимать и обеспечивать такое количество беженцев, среди которых может быть и весомое количество бывших исламистов и боевиков. У Египта сложные отношения со своими исламистами, так что Египет не собирается брать в одиночку на себя эту нагрузку.
Ситуация пока не имеет своего разрешения, и поэтому, конечно, многие, в том числе в Организации Объединенных Наций, обеспокоены судьбой перемещаемых беженцев, хотя израильтяне отвечают достаточно резко и жестко, утверждая, что при подобной ситуации, когда палестинские боевики из сектора Газа убили 1300 человек и ранили более 3000 израильтян, говорить о каких-то вопросах, связанных с тем, что надо воздержаться от уничтожения группировки Хамас в секторе Газа, просто не... Хамас тем временем публикует вот такой вот постер, в котором намекают, что наземная операция Израиля в Газе не будет легкой прогулкой. По словам генерала Райдера, переброска была из-за усиления угроз для интересов США в регионе. Вот прямо так и сказал. Исходят эти угрозы якобы от Тегерана и его прокси.